такое было. Причем я тогда ничего не читал, очень круто писал. Потому что не читал, ни с кем себя не мог сравнивать, особенно не забита голова была. Что-то такое тоже важно, наверное. Вот этот стих у меня очень дорог. Сейчас промотаю. Огненные дни выбрали сейчас. И многое стало очевидным. Но где же грань неприкосновенного? Если это вновь уходит в сводах неизвестного храма, что так тревожит тебя? Рисуют денежные знаки, золотые морщинистые кисти, постылый двор молодой чумы. Ты знаешь лишь обратную связь, кем-то украденное солнце, клетка с канарейкой в волшебстве степных туманов, дрожащие губы умирающей феи и слезы всевышней мудрости. Мрак рассеивается под музыку слонов. Что так тревожит тебя? Темные аллеи, где бродит кто-то, явные фрагменты мнимо мимолетного. Что так тревожит тебя? Что-то моментальное, сиюминутное, ровное безропотное обличие одинокой пристани или голубое небо. Что так тревожит тебя? Миг, когда зарождается мысль. Может быть, это и есть ключ от самой желанной двери. Мгновение исчезновения пролетает пением птиц где-то в зеленой гавани. Снова проникают в сны чьи-то тонкие и холодные, как прошлая зима, пальцы.